Всем привет, друзья! Вы на канале Рик ТВ, и сегодня я вам покажу, как получить новые две вещи. Цветочное ожерелье от Нарс и белая прическа Пиксель от Нарс. Для начала, когда мы появляемся на вот таком спавне, где спавнятся все люди. Их здесь много очень. Смотрите, мы сразу поворачиваем налево. Мы поворачиваем налево, и мы видим вот такой, можно сказать, хромакей. Но это не хромакей, мне кажется. Мы подходим к этому дядюшке. Посмотрите на его лицо. Он что-то там думает, да? Но мы просто нажимаем на буковку Е или кнопкой мыши на букву Е. Ну, там толк. Нажимаем, и все. И вам залетает бейджик, но я его, к сожалению, уже получила. Ну, посмотрите, какое крутое цветочное ожерелье. Я думаю, каждый должен его получить. Ну, а следующие волосы для мальчика. Для мальчика волосы. Их очень сложно получить. Вернее, сложности нету, но есть один нюанс, что эта прическа будет продаваться только один день. Ее можно получить только сегодня. Заходите в игру Нарс. Ссылочка будет в описании. Смотрите, мы нажимаем в левом углу, у нас есть такая кнопочка подарков. И вы посмотрите, ежедневные награды. И смотрите, сегодня бейджик с прической. Вы посмотрите, прическа черная, правда, но на самом деле она белая. Вот смотрите, мы берем просто, нажимаем на нее. Опа, и бейджик залетел, и значит, что мы получили платиновые волосы. Ну, как вы видите, вот вчерашняя награда, вы не можете ее получить, потому что она вчерашняя. Я нажимаю, и ничего не приходит мне, понимаете? А вот здесь есть еще кепочка, но для кепочки нужен премиум в Роблоксе. Но я, наверное, на превьюшку не буду вставлять кепочку, потому что это не бесплатная вещь, а за премию. Ну а с вами был, как всегда, Рик ТВ. Надеюсь, вам понравились эти вещи. Вы их, конечно же, получили. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видеоролики по новым вещам. С вами был, как всегда, Рик ТВ. Ставь лайк, подписывайся на канал. Всем удачи и всем пока-пока. Какую эмоцию? Давайте вот такую. Пока!